Пушка, которая вешается на подголовник. Универсальная, на любой подголовник, на любой автомобиль можно установить. Для этого Mercedes GLK не может быть никаких сомнений. Сиденье бежевое, потолок бежевый и подушечка тоже будет бежевая. Идеальное совпадание цвета. Опять у нас дилемма. Mercedes с коричневым салоном, есть коричневые подушки, есть черные подушки под цвет потолка, есть темно-серые под цвет торпеда. Надо под что-то подобрать, чтобы было красиво. Как вы думаете? Range Rover Vogue, синий салон, бежевый потолок. Подбираем подушечки. Бежевые хорошо смотрятся, черные тоже неплохо, потому что есть черные элементы. И темно-серые тоже, но на любителя. Владельцу BMW X7 в подарок предлагали черные подушечки, но он все-таки выбрал темно-серые. Пригляделись, и действительно интереснее смотрится. И кресло не абсолютно черное, да и потолок серый. В этом Lexus есть и черные, и красные, и темно-серые элементы салона. Мы клиенту предложили и черную подушку, и серую. Он же остановил свой выбор на темно-серой с нашим логотипом. Porsche Cayenne. Салон коричневые и темно-бежевые тона. Предлагаем подушку коричневый под цвет потолка, торпеды и руля. Или светло-бежевую для любителей понежнее тонов. В BMW подбираем подушку темно-серая, черная или бежевый под потолок. Вариант есть черный в этот салон, потолок черный или темно-серый. В принципе, обе нормально будет. На заднее сиденье тоже берут подушки. Не только водителю и переднему пассажиру, но и сзади тоже хорошо смотрится и комфортно. И машина — так вечно дилемма. Темно-серая под элементы кузова, черная под другие элементы кузова или коричневая. Я бы остановился на вот этой коричневой. А что клиент выберет, это загадка. Оригинальные подушечки BMW раньше были доступны только для задних пассажиров. Мы их сделали универсальными, и теперь оригинальные подушечки BMW доступны для любых подголовников. То есть и водитель может пользоваться ими, и пассажир справа от водителя. Так что обращайтесь, вам наверняка понравится. Любой цвет доступен. Оригинальные подушки BMW. Любой цвет, любой размер, любой тип кузова можно вышить. Обращайтесь, вам наверняка понравится. Разные, абсолютно разные цвета изготавливаем для подушечек. Даже экзотические. Есть, конечно, которые массово идут, а есть, которые можно положить себе в машину, поставить на подголовник. И не обязательно, чтобы он совпадал с цветом салона. Изготавливаем абсолютно любые подушки из любого вида материалов, с логотипами и без логотипов. Огромное швейное производство постоянно загружено работой не только по подушкам, но и по разным другим аксессуарам. Смотрите, какое высокое качество исполнения. Разные размеры, например, для Rolls-Royce и для передних сидений, и для задних сидений. А в принципе, изготовим подушки для любого транспортного средства. Так что обращайтесь, нам все по плечу. Вот такие у нас подушки получаются на Rolls-Royce. Не смотрите, что они мятые. Мы их отпарим, распрямим. Размеры разные, и побольше, и поменьше. На все сиденья в автомобиле можем сделать специальные подушки. Подушки разных размеров мы можем изготовить по вашему желанию. Это полностью облегает, а та подушка чуть больше подголовника. Вот тоже большая. Сейчас покажем с той стороны. Готовимся шить подушки. Сделали и черную, и белую натуральную кожу Rolls-Royce. И еще немного. И наши швеи вот на таких машинках сделают шикарные изделия. Подушки под поясницу для автомобилей Rolls-Royce готовы. В принципе, можно сделать точно такие же для любого транспортного средства. И обратите внимание,
Можно с контами, можно без контов. Любой логотип, все возможно. Производство обеспечит любую потребность. Большой ассортимент качественной продукции для владельцев Rolls-Royce. Это и подушки на подголовнике разного размера, разные материалы, оттенки, но все это оригинальная кожа Rolls-Royce. Помимо подушек на подголовнике, есть еще подушки под поясницу. И, в принципе, можем изготовить абсолютно любое изделие для вашего комфортного пребывания внутри вашего шикарного транспортного средства. Mercedes 222, он же Maybach. Ульман, смотрите, какая подушка. Класс! Наши подушечки теперь в таких машинах тоже. В новый Гелендваген подушечка идеально подошла. Темно-серый салон, потолок темно-серый и подушка темно-серая. В Infiniti руль торпеда и потолок серые, поэтому можно выбрать серую подушку. А кресло бежевое, и можно бежевую подушку. Так что тут ваше право выбора.